Неспешными шагами мы двигаемся по переулку Красноармейскому. Мы находимся в учебном классе пожарной части номер 24. Мы приглашаем вас на встречу с начальником пожарной части Анатолием Васильевичем. Скажите, пожалуйста, здесь столько всего интересного. Объясните, что это такое? Это боевая одежда пожарных. Это серебристая одежда, защитный костюм, теплоотражательный, ТОК-1. Предназначен для работы при высоких температурах. Защищает пожарного от пламени, от температуры. Защитный костюм Л-1. Предназначен для работы пожарного в опасных химических средах. Защищает от сильнодействующих ядовитых веществ. И далее боевая одежда пожарного, в которой он работает в обычных условиях на пожаре. А что это за предмет? Он так похож на мясорубку. Вы что, тут котлеты готовите, да? Это пожарный насос БН-40У, который подает воду в очаг пожара, установлен на пожарном автомобиле. Производительность насоса 40 литров в секунду. Это примерно, что мы произнесли слово раз, и уже 4 ведра воды наполнены водой. Анатолий Васильевич, а скажите, пожалуйста, можно мне померить настоящую пожарную каску? И я хочу померить ее тоже. Да, конечно, можно. Анатолий Васильевич, а я похож на настоящего пожарного? Ну, теперь мы готовы тушить пожар. Это настоящая пожарная машина. Почему пожарные машины красные? Потому что сочетание красного и белого цвета наиболее ярко выделяется на фоне наших улиц. Пожарным машинам должно быть видно издалека. Ей должны при следовании на пожар уступать водители дорогу. Пешеходы должны видеть и уходить вовремя с дороги. Так как скорость прибытия пожарного автомобиля должна быть очень высокой. Служат ли в пожарной охране женщины? Чем они занимаются? Да, пожарной охране служат женщины. На пункте связи пожарной части есть диспетчера в каждом карауле. Служат также инструктора пожарной профилактики, которые ходят по объектам, занимаются профилактикой пожаров, предупреждением пожаров. Анатолий Васильевич, я знаю, что пожарные машины всегда блестят от чистоты. Чем вы их натираете? Почему они так блестят? Мы ничем не натираем. Пожарные машины моются простой водой. Просто мы очень любим свою работу и бережем технику. Она должна быть всегда чистой и аккуратной. Для того, чтобы тушить пожары, нужно еще и знать технику. Раньше пожарные службы назывались каланчой. Почему были такие названия? Раньше, когда отсутствовала телефонная связь, то пожарный находился на каланче и смотрел на населенный пункт, наблюдал с высоты. Это называлось пожарная каланча. В данное время есть телефонная связь и сообщения о пожаре мы принимаем от населения по телефону. Только что позвонили и на шестом этаже пожар. Сейчас происходит выезд по тревоге. Благополучно. Берегите себя. Мы сделали с нашими героями фотографию на память. В переулке Красноармейском находится средняя образовательная школа номер 11.
Эта школа славится своими традициями и бережным отношением к памятникам. Дорогие ребята, имя какого человека носит ваша школа? Имя Казанского Афанасия Кирилловича. Он участвовал на Великой Отечественной войне и вернулся оттуда живым. До нас он был директором средней школы номер 11. Еще в нашей школе учился раньше мэр. Он учился с моим папой. Еще у нас замечательные учителя. Например, учительница по пению. Она учит петь, и она очень добрая. Ее зовут Любовь Павловна. Кулема, в нашей школе все любят рисовать и петь, а учит нас этому Любовь Павловна. Какие традиции существуют в вашей школе? Традиции в нашей школе существуют уже очень давно. Это патриотическое воспитание школьников. Пытаемся воспевать героизм нашего народа в песнях, в музыке. Вот сегодня мы тоже встретились. Встреча была с авторами песен, которые посвятили нашему бывшему директору Казанскому Афанасию Кирилловичу песню «От Сталинграда до Берлина». Это Анатолий Петрович Пильник и Михаил Данилович Краснокутский. О событиях, происшествиях, которые происходят с вами, вашими друзьями на улицах нашего любимого города, в вашем дворе, школе, подъезде. И, конечно, присылайте мне рисунки обо всем, что вам интересно. А мне интересно все. Почтовый ящик Улемы находится в центральной детской библиотеке города. Или пишите мне на электронную почту. Thank you.